Накануне команды провели, пожалуй, одну из самых запоминающихся встреч в нынешнем сезоне. Борьба на площадке шла до последней секунды дополнительной четверти. Репортаж Дмитрия Кутькина. Борьба за каждый мяч с первой до последней секунды поединка. Народная баскетбольная примета. Чем упорнее матч регулярного чемпионата, тем ближе серия плей-офф и розыгрыш медалей второй российской суперлиги. «Надежда-2» из Оренбурга и «Ника» – прямые конкуренты за второе место в группе, которое дает преимущество в финальной части турнира. Соперник в 1/4 будет чуть слабее, соответственно и шансы на выход в полуфинал весомее. Успокойся! Еще раз! Вы сами смотрите, три играем, три, это значит, должна была... Да. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Дебют встречи остался за Оренбургом 0-7. Спустя какое-то время, благодаря точному трехочковому броску Ксении Андреевой, счет уже 13-13. Но на первый перерыв «Надежда-2» ушла, ведя в счете 5 очков. Наставницы обеих команд сполна использовали тайм-ауты в каждой из четвертей. Ни одному из коллективов не удавалось удержать свое преимущество по ходу игры. «Ника» наладила действия в защите, каждое очко соперницы добывали потом и кровью. Болельщики гнали Сыктывкарок вперед. Основное время завершилось со счетом 56-56. Всех ждал захватывающий овертайм. Вообще хотел бы все-таки в конце сказать спасибо большим болельщикам, которые сегодня просто суперски болели, отлично поддержали команду. И такие концовки даже в NBA не часто случаются, наверное, знаете. То есть, ну, можно сказать, женский баскетбол не хуже NBA. Потеря голоса – это овертайм? Ну, в том числе пришлось поболеть, да. То есть, девчонки заставили покричать. И в дополнительной пятиминутке опять качели и опять валидольная концовка. За 9 десятых секунды до сирены Оренбургу удается вот эта атака, и дубль «Надежды» уже впереди, на одно очко. «Ника» берет тайм-аут, времени остается только на один бросок. Марина Калашникова вводит мяч в игру из-за боковой. Радости Сыктывкарок нет предела. Есть победа над конкурентом за второе место в группе, да еще и в такой концовке. Автор решающего броска Ксения Андреева провела, пожалуй, свой лучший матч за «Нику». Я рада, что мы выиграли больше, в принципе. Потому что была очень важная игра нам. Ну, как бы, чтобы выйти в плей-офф, нам нужно было брать по-любому эту игру. У вас пошла сегодня игра изначально, несколько трехочковых забросили. Сумели уже освоиться в новом коллективе, но на новой площадке, в новом зале. Да, здесь очень хороший зал, очень хорошие условия. Вот, ну да, освоилась. Вот, но игрой своей недовольна. Ну, как бы, очень много намазала. Вот, поэтому, собственно, такая тяжелая концовка. 63-62. «Ника» побеждает в первой встрече «Надежду-2» из Оренбурга. Впереди финал 8, который пройдет как раз-таки в Оренбурге. Ну, а затем товарищеский матч со студенческой командой из Сербии. Дмитрий Кутькин, Денис Чайкин, Вести Коми.